Здравствуйте, наши дорогие читатели, наши юные читатели! Мы вновь рады видеть вас в нашей библиотеке. Вот и настали долгожданные праздничные дни, время веселых зимних забав, время ожиданий чуда. После зимних прогулок, веселого катка, снежных горок так приятно расположиться в уютном кресле и почитать интересные истории, рождественские истории. Вам, наши дорогие читатели, мы хотели бы порекомендовать книги из серии «Рождественский подарок». В них собраны истории о доброте и милосердии, когда любовь проявляется не только в словах, но и в делах. Также книгу «Подарки принесли ангелы» из серии «Живой родник». И, конечно же, книгу Галины Шалаевой «Большая книга российских праздников для самых маленьких». Книга расскажет вам, зачем на Новый год украшают елку, когда празднуется Рождество и с каким событием связан этот праздник, и о многих других российских праздниках. Рождество Христово – один из самых главных христианских праздников. Мы предлагаем вам не сидеть без дела, а вместе с нами сделать рождественского ангела в подарок своим родным и близким, как символ большой любви. Ну что, приступим? Тогда слушайте внимательно, смотрите и делайте вместе с нами. Возьмем моток белых ниток, картон, ножницы, белые нитки и иголку, кусочек ткани или красивую ленту. Для украшения возьмем тесьму или тоненькую ленточку. И, конечно же, украсим нашего ангела бусами или мишурой. С помощью линейки и карандаша отмеряем две длины – 15 см с одной стороны и 20 см с другой. Отрезаем лишнее, складываем картон пополам для твердости. От мотка белых ниток отрезаем кусочек и убираем. Затем начинаем наматывать нитку на картон. Обмотав достаточное количество, отрезаем нитку. И ниточкой, что раньше приготовили, обвязываем крепко заготовку. Снимаем ее с картона. Картон нам больше не нужен. Отрезав еще один кусочек нитки, мы выделяем голову ангелу, обмотав несколько раз и крепко завязываем. Затем ножницами разрезаем низ заготовки. Для того, чтобы сделать ручки нашему ангелу, мы отделяем по несколько ниток с каждой стороны. Отрезав еще один кусочек нитки, сделаем ангелу поясок и крепко завязываем. Нитки, которые мы отделили для ручек, можем заплести в косичку или просто скрутить между собой. Определяем примерную длину ручек и отрезаем лишние кусочки. Наш ангел почти готов. Возьмем кусочек ткани, измерим длину юбки, отрежем лишнее и с помощью иголки и нитки начинаем делать юбочку. Мелкими стежками начинаем насбаривать по всей длине, а затем, обмотав вокруг ангела несколько раз, пришиваем юбочку к ангелочку. Возьмем тоненькую ленточку, сделаем нашему ангелу поясок. С помощью иголки и нитки пришиваем. Для того, чтобы ангелу сделать кудряшки, мы возьмем кусочек бельевой веревки. Ее распускаем, получается волнистая веревочка. Ее складываем несколько раз и пришиваем волосы ангела. Продолжаем украшать нашего ангела. Возьмем новогодние елочные бусы, отрежем кусочек и пришьем ангелу на голову нимб.
а из той части, что у нас осталось от юбочки, мы сделаем ангелу крылышки, аккуратно пришив их сзади. Продолжаем украшать нашего ангела. Возьмем еще одну часть от новогодних бус, а также ленточку. Сделаем бантик и пришьем ее колокольчик. Для того, чтобы наши ручки были красивыми, мы их немножко скрутим и пришьем между собой. К ручкам пришиваем колокольчик. Вот такой замечательный ангелочек у нас получился. Повесим ее на елочку и будем радовать наших родных и близких. Дарите счастье и добро, и оно к вам обязательно вернется.